Всем привет, с вами Синичка ТВ, и сегодня я покажу, как зарегистрироваться в Кристалликсе. Вы нажимаете вернуться на главную новость тут. Нажимаете забыли пароль, восстановление. Выберите тип восстановления. Через почту выбираете. Ну вы это на Ютубе у себя тут нажимаете вот здесь вот. Берете, копируете вашу почту. Вот там у меня Катрин написано. Я копирую. Ну, понятно. И код вводите там. Ну, например, вот такой вот. Например. Дальше вам приходит на почту. На какую почту? Сейчас все скажу. Открываем входящие. Вот сюда она вам приходит. Вы пишете вот это. Блин, как там название? Название просто. Входящие письма. И ищите тут. Ну, входящие письма. Входящие письма. Где? Ютуб. Ютуб. А, вот здесь он. У меня много вкладок открыто. Ну, вы вот так вот копируете входящие письма. И почта. Как она называется? Письма. Вот. Вот. У вас будет электронное почтохранилище. Так, это не то. Должно быть нарисовано на Google. А, где они, мотроники? Ну, короче. Бесплатный почтовый, ну, бесплатный почтовый сервис Google. Типа все понятно. И вас там приходит, либо вот здесь, вот, либо еще где-то можете входящие искать. Где угодно можете искать. Там пароль и логин будет написан. Ну, всем пока, спасибо за внимание.